Вот странная штука жизнь, да? Вообще вот меня с этим местом связывают только самые солнечные воспоминания. Все дело в том, что вот здесь, на повороте, буквально за поворотом, находится место, где я начал летать. Где это место находится? Выезжаем в сторону озера Соленое. Помните, самый замечательный участок. Тут уже автобановская дорога открывается. И сейчас что здесь? Сейчас здесь есть автоград. Да? Можно приехать сюда. Буквально в копейки залить настоящее масло. Причем я вам сейчас покажу бочки. Все бочки разные, естественно. Если полусинтетика, то это полусинтетика. Если минералка, минералка. Если синтетика, это синтетика. Фирменные, мобиловские бочки. А также Кастрол. Что здесь можно еще сделать? А здесь еще можно купить автомобильную резину по самой дешевой цене в городе. Вместе с дисками. Ну и, естественно, переобуться, если такая необходимость есть. А необходимость в сервисах быстрых и доступных, она очень даже актуальна. Тем более в сервисах без обмана. Здесь не нальют из бочки минералки типа синтетику и не возьмут лишнего за замену колодок, например. И вообще, в городе скоро будет реализована сеть вот таких модулей, работающих по принципу китайскому. Великолепное качество и быстрота, и минимальные цены. И зная амбиции организаторов, и зная их финансовые возможности, будьте уверены, получится. Теперь про честность. И вот теперь мы вместе с Автоградом, с вот этим сервисным центром по замене всех жидкостей, кстати, и АТФ, и гидроусилитель руля, и все-все-все, приоткроем вам завесу тайн, которую окутывают. Вообще, когда мне говорят, что синтетика стоит дешево, никогда такого не бывает. Теперь знаете, что полусинтетика от Эсса и вообще полусинтетика дешевле 140 рублей не может стоить. И синтетика дешевле 240, там 220 рублей тоже не может быть. Теперь основная прелесть. Обратите внимание. Пломбы на каждой из этих бочек стоят. Краники. Да, придется, конечно, персоналу нагнуться, чтобы залить масло именно столько, сколько вам надо. И в граммах в том числе. Вот они, снизу. То есть здесь, в Автограде, надо точно понимать, что льют высококачественные продукты. Естественно, ни один сервис не мыслим без шиномонтажа. И это есть. И в очередь за типа крутыми спецами и типа крутыми станками вставать не надо. Для 99% страждущих автомобилистов эта проблема снимается. И напоминаем, первая точка из сети – это шоссе Дачное, что по дороге на Соленое. И, кстати, нас смотрят десятки тысяч жителей Башкирии и селян. Так что забудьте про домкраты, клей и вулканизатор. По дороге в Магнитку захватите и соседское. На обратном пути заберите отремонтированное. Скажи, пожалуйста, вот да. Неприятно, наверное, да, поехал покупаться, я смотрю, с семьей. Да, с ней. Да. И там-то вот шиномонтажа, по-моему, нигде ближайшего нету. Нет, нету, вот поэтому. Только здесь нашел шиномонтаж. То есть далеко ехать не надо было, да? Да, мы с сада поехали на озеро купаться. Вот по дороге там шиномонтаж. Удобно вообще? Ну, удобно, конечно. За городом мало найдешь, где шиномонтаж, поэтому, конечно, удобно. То есть, а так бы пришлось в город возвращаться, да, в пробках торчать, там еще что-то, а здесь просто приехал, ну и подлечил машинку. Да, да, конечно, очень удобно. А так в саду живете? Да, сейчас пока в саду, в отпуске. Хорошо здесь? Да, хорошо. Свежий воздух. Ну и машинку, если что, масло поменять тоже можно здесь? Конечно, здесь все можно сделать. На наших пунктах экспресс-замены масла также представлены установки. То есть у нас имеется в наличии установка по экспресс-замене охлаждающей жидкости. И плюс, немаловажная установка, не у всех она имеется, именно по полной замене масла в автоматической коробке передач. Вот, то есть эта процедура занимает не так много времени, как если бы вы приехали в любой другой сервис, там идет трехступенчатая замена масла, то есть нужно приезжать несколько раз именно на замену. Здесь это делается в один присест. То есть, ну, если не меняется фильтр самой коробки, то, соответственно, еще быстрее. Что касается стоимости, стоимость на данный момент достаточно низкая. То есть, грубо говоря, поменять масло в автоматической коробке передач, работа стоит порядка 800 рублей всего. Замена охлаждающей жидкости порядка 250-300 рублей. И масло фирменное, естественно. Вот, кстати, про фирменные масла. Довольно популярно показывать наличие вот некоторого вида бочек. Но мы же знаем, что, допустим, если S полусинтетика, это цвет синий, если Mobil синтетика, это серебристый. Не может же цена синтетики быть приравнена к цене, допустим, минералки фирменной?
Да, конечно. То есть у нас сейчас представлены различные виды масел, как фасованное масло любое, если не доверяете бочкам, да, как, так и бочковое масло. Бочковое масло достаточно большой ассортимент. И Эсса, и Мобил, синтетика, полусинтетика. Представлен Total, Castrol, Shell Helix. Все это, естественно, от официальных дистрибьюторов. Масло качественное. И сейчас на данный момент цена самая недорогая в городе. Ну, для примера скажу. Пункт у нас там фирменный именно по Castrol. Castrol в этом пункте у нас разливное дешевле Мобила. Если Мобил у нас даже у нас стоит 260 рублей литр разливного, то Castrol стоит 5W40 230 рублей. Это самая низкая цена по магнитке. И еще и в очередной раз про цены. Крупнейшее, старейшее и многоопытнейшее предприятие «Автоград» раньше всех и больше всех в городе продало масло, антифриза и сопутствующих жидкостей, топовых марок. И, естественно, на правах монстра может диктовать поставщикам свои условия. И, о чудо, самые раскрученные бренды по цене более дешевых аналогов. И это с целым перечнем бесплатных работ. И как хочется, чтобы время открытия десятка таких центров пришло побыстрее. И это будет. Ну и Магнитогорск — город, который привык работать вместе с комбинатом. То есть на комбинате смена 12 часов, ну и в Автограде смена 12 часов. С 9 до 21 сюда приезжаем или возвращаемся. Кстати, не забывайте, что надо менять масло как можно чаще. Не обязательно это делать раз в 10 тысяч. Можно это делать, а точнее лучше это делать раз в 8 тысяч. Тем более, когда есть такая возможность сделать все дешево и сердито.